что сказали по определенной тематике. Мне студенты задают вопрос, я плохо слышу, поэтому задают в письменном виде. Сейчас я показываю. Вот эти поэты. И на каждый вопрос, который мне задают, я отвечаю 6 поэтами с разных эпох. Кто это сказал? Мандельштам, Майков. После него что говорит Священное Писание? Дальше поэт Ахматова, следующее, Цветаева. На каждый студенческий вопрос 6 поэтов из разной эпохи. Только вот этот, одна, 26-й том, ее нельзя давать журналистам. Они мгновенно уводят, хоть за 5-кратный срок. Нет, ну что? Запомните, вот это единственная книга, которая мгновенно исчезает. А вы, ну, напишите от автора хотя бы ничего. Да, свой автор. А как же? И на другой, и на этой самой, на... Это нам оставить? Это вам оставлю, приглашение. На наш сайт, вот когда зайдете, здесь 50 книг моим голосом насчитано. Это в мире нигде нет. Это Библия мой насчитана. Можете скачать и дома картошку чистить и слушать. Архипелаг ГУЛАГ. 12 томов Златоуста, 12 томов Жития Святых. Здесь все есть. Ну, кому-то не нравилось, у меня в свое время. Понятно, да. Так. Вы Игнатий Лапкин? Я Лапкин буду. Все, очень открыть ее, накажи. Ну, я поняла. По фотографии вы увидите. Вот я скопировала. Да, фотографии. Здесь. Похоже. Да. Вот все. И вот здесь именно будет. Подождите, автор. Да, вы не дописали еще, да? Сегодня 25.06.